В связи с пандемией COVID-19 зампремьера по реинтеграции Кристина Лесник попросила миссию ОБСЕ в Молдове помочь в обеспечении доступа врачей во все населенные пункты зоны безопасности. Речь о 80 городах и селах, во многих из которых лишь по одному врачу. Кроме того, многие специалисты работают в учреждениях как на правом, так и на левом берегу Днестра. По словам Кристины Лесник, в Приднестровский регион пускают только обладателей прописки в левобережных районах Днестра и представителей дипкорпуса. Поэтому предъявители документов, выданных Кишиневым, должны находиться в карантине 14 дней. Исключение делают только для дубасарских фермеров или для ограниченного числа полицейских и пожарных. La farmacii, la spitale, la instituțiile medicale primare, este crucială pentru noi. Medicii să aibă acces la pacienți, să verifice autoizolarea lor, dar la fel și să revină în cazul în care au domiciliu pe malul stâng al Dniestrului, astfel încât să nu fie plasați în carantină. Noi ne dorim și vom aborda subiectul sistemic. Deci toate persoanele și cadrele medicale trebuie să aibă acces нерестрикционат, инклюзив ситуации кризиса. В то же время власти разрешили импорт лекарств семи левобережным компаниям. Процедуру ускорили, и она продлится не более 3 дней, а не 30, как было до введения чрезвычайного положения. Кроме того, около 60 предпринимателей зарегистрировались в системе Нацагентства продовольственной безопасности для возможности ввоза в Приднестровский регион продуктов питания, санитарных изделий и удобрений.